Мы говорим так. Капитализм Ротенберг закончился. Начинается наше время. Народная экономика. Давайте. Уехали. Будет называться народная. А? Будет называться народная экономика. А, не, ну она же есть, это кооперация. Понимаете? Весь мир на это перешел. Маленькая Польша с 19 миллионов гектар пашни, это у нас агрохолдинги, 20 семей больше держат земли, чем вся Польша, но сельхозпродукции производит больше, чем вся Россия. Понятно, то есть это как бы кооперация, это объединение много мелких. Конечно, шорт, это развитие крестьянства, это развитие да? сел и деревень. Не закрытие школ и больниц, не ликвидация сел и деревень, не ликвидация ферм, значит, вот, и производства, а именно развитие их, свободное предпринимательство на снизу. Россия перестроится снизу. Мы великодержавная нация, укоренение народа на земле. Это наша главная задача. И мы это сделаем. Не время Ротенбергов, не время агрохолдингов, не время Дерипасок будет. Вот. Время рабочих и крестьян и трудовой интеллигенции. Мы элита, мы все сделаем. Замечательно.